В Удмуртии вырастет предельный тариф за проезд по Камскому мосту и мосту через Буй. Такое решение приняли в правительстве региона. Однако концессионер не намерен повышать плату. Предварительный список дорог, которые необходимо отремонтировать в следующем году, согласовали в Удмуртии. Среди них Игра Глазов, Глазов Яр, Пудем, Дебес и Кес. Деньги планируется получить в рамках федерального проекта. Детский сад по улице Песочной в Ижевске эвакуировали из-за задымления электрощитовой. Воспитанников и сотрудников перевели в соседнее учреждение. Во вторник детсад начнет работу в штатном режиме. Анастасия Михалева из Ижевска приняла участие в финале 5-го сезона шоу «Танцы на ТНТ». Девушка в составе творческой группы выступила в номере в стиле стрип. Рабочая неделя в Удмуртии будет снежной и ветреной. Самым теплым днем станет четверг. Столбики термометров поднимутся до -5, -10 градусов. В пятницу опять похолодает.